Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как я вязала вот такую коровку. Назвала я ее Зорька. Она в пару к нашему бычку Гаврюше. Мастер-класс, на которого уже есть на моем канале. Ссылочку я оставлю. Получилась она ростиком такая же, как Гаврюша. 18 сантиметров. Вот так вот. Что мне для этого понадобилось? Пряжа Yarnart Jeans, 55% хлопок, 45% полиакрил. Длина 160 метров в 50 граммах. Основной цвет молочный, это номер 03. Для платья тоже Yarnart Jeans номер 61. Для мордочки Yarnart Jeans номер 18. Для ножек и для копытцы, для рожек, джинс номер 66. Реснички вышивала пряжа ирис, ниточки. И также здесь вот на ноздре, на мордочке тоже ирис. Глазки. У меня глазки 9 мм, можно 8. Кому как нравится, глазки на безопасном креплении. Вязала крючком 2 мм. Наполнитель холофайбер. Для украшений использовала ленточку атласную 5 мм шириной. И такие розочки когда-то давно на Алиэкспресс покупала. Просто их приклеила горячим клеем. Также понадобятся иголочки различной длины и ножнички. Все. Всех, кого заинтересовала такая игрушечка, предлагаю связать ее вместе со мной. Приступим. Вяжем голову. Берем пряжу цвета мордочки. Набираем 6 воздушных петель. Цепочка из 6 воздушных петель. Делаем первую закрепительную петлю. И в нее набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем со второй петли от крючка, начиная, провязываем столбики без накида, 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В последнюю петлю цепочки провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3. Затем по второй стороне цепочки провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в последнюю петлю провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Вот последняя петелька у нас. 1. И второй сюда же. Второй ряд. Далее обвязать будем по спирали. Соединительных столбиков не делаем. Я ставлю маркер для обозначения начала ряда, ниточку. И провязываем в первую петлю предыдущего ряда. Провязываем 2 столбика без накида, прибавку. Один столбик, сюда же второй столбик. Далее 3 столбика. Каждую петлю по одному столбику. 3. Теперь на закруглении вяжем прибавки. 3 прибавки нужно провязать. Первую петлю 2 столбика. Во вторую петлю 2 столбика. И в третью 2 столбика без накида. Затем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. И в оставшиеся 2 петли провязываем 2 прибавки. В первую петлю 2 столбика. И во вторую тоже 2 столбика без накида. Третий ряд. Провязываем 1 столбик. В следующую петлю прибавка.
2 столбика в одну петлю, затем 3 столбика ровно, 1, 2, 3. Затем на закруглении тоже сделаем 3 прибавки, провязываем столбик без накида в следующую петлю, прибавка, 1 раз, опять столбик без накида в следующую петлю, прибавка, 2 раза, столбик без накида в следующую прибавку, 3 раза. Затем 3 столбика ровно, 1, 2, 3. И тоже 2 прибавки нужно сделать, столбик без накида в следующую петлю, прибавка, 2 столбика, и еще раз столбик без накида в следующую петлю, прибавка. Четвертый ряд. Провязываем первую петлю 1 столбик, во вторую петлю 1 столбик, в третью петлю прибавка, 2 столбика. Затем 3 столбика ровно, 1, 2, 3. И на закруглении будем делать 3 прибавки. Провязываем 2 столбика ровно, по 1 столбику в каждую петлю, в третью петлю прибавка, 1 раз, затем 2 столбика ровно, в третью прибавка, 2 раза, и еще раз 2 столбика в третью петлю, прибавка. Далее 3 столбика каждую петлю, в каждую петлю предыдущего ряда по 1 петле, и 2 прибавки. Провязываем 1 столбик ровно, 2 столбик ровно, в третью петлю прибавка. И опять также 1 столбик, в следующую петлю 1 столбик, в третью петлю прибавка, 2 столбика. Вот у нас в конце этого ряда получилось 30 столбиков. Теперь нужно 2 ряда, 5 и 6 ряд, провязать по 30 столбиков без накида по кругу. Провязали 2 ряда по 30 столбиков без накида, вяжем 7-й ряд. 2 столбика ровно. Затем нужно провязать 4 раза убавка 5 столбиков без накида. Провязываем скрытую убавку за передние стеночки петли. Первую переднюю стенку петли берем, вторую переднюю стенку петли и провязываем столбик без накида. Затем провязываем 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5. Затем опять убавка за передние стеночки и 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 2 раза. Убавка. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И еще раз убавка. 5 столбиков. Пять. 8-й ряд. Провязываем сразу же с начала ряда убавку. За передние стеночки. Затем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем опять делаем убавку. И до конца ряда довязываем столбики без накида. Всего у нас остается 16 столбиков довязать. 9-й ряд. Провязываем 15 столбиков ровно, 1, 2, 3,
15, затем 16 столбик провязываем не до конца, продеваем ниточку и будем менять цвет на основной цвет. Берем ниточку основного цвета вязания и довязываем 16 столбик до конца. И далее до конца провязываем до конца ряда еще оставшиеся 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вот эту ниточку, которую мордочку вязали, обрезаем ее. Вот эти две ниточки связать просто между собой и спрятать. 10 ряд, следующий, мы провязываем. У нас получилось в этом ряду, в 9-м, 24 столбика. И 10 ряд провязываем полностью 24 столбика по кругу, без изменений. 11 ряд провязываем в первую петлю прибавку, 2 столбика в одну петлю. Затем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. И так вяжем до конца ряда. Прибавка, затем 3 столбика. 1, 2, 3. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 30 петель. 12 ряд. Провязываем в первую петлю прибавку. И далее 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Так вяжем до конца ряда. Прибавка. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В конце ряда у нас получится 36 петель. 13 ряд провязываем прибавка, затем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так вяжем до конца ряда. Прибавка, 5 столбиков без накида. В конце ряда у нас получится 42 петли. Все, вот у нас получилось 42 петли. Теперь 7 рядов с 14 по 20 ряд нужно провязать без изменений по 42 столбика без накида. Провязали 7 рядов по 42 столбика. Теперь на этом этапе нужно прикрепить глазки. Я вот иголочками пока наметила. Отсчитываю 2 ряда белых уже от мордочки. И между вторым и третьим буду крепить глазки. Глазки креплю приблизительно вот по начальной цепочке. Вот здесь у нас вот, вот так вот беру вверх, иду. И чтобы ровненько вот так вот было. Проверяю, креплю. Между вот этими иголочками у меня 5 столбиков. И прикрепляем глазки. Также второй прикрепляем. Все, я прикрепила глазки. Далее мы будем делать убавки. И перед началом убавок нужно немножечко наполнить голову. Мордочку плотно наполнить. Первый ряд провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем убавку за передние стеночки петли. И так вяжем до конца ряда. 5 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. 22 ряд провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 4 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 23 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И делаем убавку.
Так вяжем до конца ряда, 3 столбика убавка, в конце ряда у нас получится 24 петли. После 23 ряда я еще добавляю наполнитель, вот у нас уже начинает закрываться отверстие, и я уже добавляю побольше наполнитель. И потом после каждого еще провязанного ряда с убавками я далее добавляю лафайбер. Так, 24 ряд, провязываем 2 столбика, 1, 2, далее делаем убавку. И так вяжем до конца ряда, 2 столбика убавка, в конце ряда у нас получится 18 петель. 25 ряд, провязываем 1 столбик и убавку. И так вяжем до конца ряда, 1 столбик убавка, в конце ряда у нас получится 12 петель. 26 ряд, провязываем убавки, весь ряд, 6 убавок нужно сделать подряд. 1, 2 и так далее. 6 убавок провязываем. Провязали 6 убавок, ниточку обрезаем, продеваем ее в иголочку и стягиваем отверстие за передние стенки петли. Первую петлю, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. Теперь отверстие затягиваем и в серединку вот этого отверстия иголочку выводим внизу. Затягиваем, все, получилось вот так ровненько. Ниточку обрезаем. Вот так вот. Вяжем ушки. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем петельку и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко затягиваем. Второй ряд провязываем в первую петлю столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Затем опять столбик, в следующую петлю прибавка. И третий раз столбик, в следующую петлю прибавка. Получилось 9 петель. Следующий ряд провязываем ровно 9 петель по кругу, третий ряд. Четвертый ряд провязываем. В первую петлю столбик, во вторую петлю столбик, в третью петлю прибавка. Один раз, затем опять 2 столбика ровно в третью прибавка, 2 раза и третий раз 2 столбика в третью петлю прибавка. У нас получилось 12 петель. Пятый ряд, 3 столбика ровно, 1, 2, 3, в четвертую петлю прибавка. Опять 3 столбика, 1, 2, 3, в четвертую петлю прибавка. И еще один раз так, 1, 2, 3, четвертую петлю прибавка. Всего у нас получилось 15 петель. Теперь шестой ряд нужно провязать 15 столбиков по кругу. Седьмой ряд нужно провязать 3 раза по 3 столбика убавка. 1, 2, 3. Далее убавка за передние стенки. И так еще 2 раза нужно провязать, и у нас получится 12 петель. Восьмой ряд провязываем 2 столбика ровно, затем делаем убавку. Один раз, опять 2 столбика ровно, убавка в
второй раз и третий раз. Два столбика и убавка. Теперь складываем ушко вот так пополам и за обе стеночки, с этой стороны петлю захватываем за обе стенки петли, с другой стороны захватываем за обе стенки петли, вот так, и провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Затем ниточку оставляем, кончик для пришивания, обрезаем, вытягиваем. Вот так вот будем еще потом соединять, когда будем пришивать. И теперь нужно связать еще одно точно такое же ушко. Вяжем рожки. Кольцо амигуруми. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. И теперь нужно провязать в каждую петлю по одному столбику без накида. 6 столбиков всего. Нужно провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее провязываем в следующую петлю прибавку. 2 столбика без накида. 1, 2. Затем 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4 и 5. У нас получилось 7 петель по кругу. Теперь 2 ряда, 4 и 5 ряд нужно провязать по 7 столбиков. Провязали 2 ряда по 7 столбиков. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Оставляем кончик для пришивания. Обрезаем. И вытягиваем ниточку. Теперь нужно связать еще одну точно такую же деталь. Пришьем ушки. Ставим вот такие разметочки. Отсчитываем. Посередине, вот так между глазками, считаем, после морды, начиная уже молочным цветом, отсчитываем 9 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в серединку ставим иголочку. Затем отсчитываем дырочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую ставим иголочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую ставим иголочку. Это убираем. И вот здесь у нас будут пришиты ушки. Берем ушко, складываем пополам, с обратной стороны протягиваем ниточку, так вот. Теперь берем голову, так прикладываем ушко, и вот с этой иголочки, начиная, вот так вот захватываем одну петельку на голове. Затем вот так вот ушко продеваем за обе стороны. Протягиваем. И еще раз вверх. Сначала в это же отверстие втыкаем, потом в следующий ряд. И еще одну сторону с обоих сторон прокалываем. Вот так вот. И теперь, чтобы ушко у нас вот так не стояло, а лежало ровно, прокалываем на ряд ниже, вот так в бок на одну петлю.
теперь захватываем петлю на ушки с этой стороны, вот так. Вот так вот. И еще на ряд, так вот ниже, прикрепляем я ушко. Вот так, все. И оно у нас вот так вот опустилось вниз. Теперь здесь ниточку закрепляем. Делаем узелок. И выводим в любое место и обрезаем ниточку. Второе ушко пришиваем аналогично. Теперь пришьем рожки. Я добавила в рожки немножечко наполнителя, чтобы форму держали. Прикладываем прямо возле ушка, вот так вот, на этот же ряд, 9-й, вот так вот начиная, и прям возле ушка, вот где мы начинали, и в следующую, вот так вот протягиваем иголочку, один ряд, затем захватываем одну петлю, вот так, на рожки, и одну петлю на голове. Так, тут вот, и опять точно так же следующую петлю. Так, нет. Следующую петлю вот так на рожке и одну петлю на голове. И так пришиваем его по кругу. Пришьем по кругу, ниточку закрепляем, выводим в любое место и обрезаем. И также пришиваем второй рожек. Все, пришили ушки и рожки. Теперь сделаем немного утяжку глазок. Берем вот такие ниточки, две небольшие, обрезаю из той же пряжи, которой вязала. Продеваю в иголочку. Берем вот здесь вот снизу ряд после мордочки, один ряд, и прокалываем сбоку от глаза. Затем снизу вот так прокладываем и с этой стороны сбоку от глаза выводим на одну петлю слева. Так, чтобы ниточка была снизу. Точно так же вторую. Теперь с этой стороны тоже берем, прокалываем сбоку, глазика выводим. И с этой стороны глаза тоже здесь, с этой стороны на одну петлю в бок. Вот так вот получается у нас. Теперь завязываем сначала по одному узелку, подтягиваем второй, подтягиваем и смотрим, чтобы они у нас были одинаковые. Еще немножко можно. Посмотрели, что одинаково, и можно теперь завязать еще на два узелка.
Теперь вот эти ниточки заправляем в иголку, продеваем вовнутрь головы и обрезаем. Теперь вышьем реснички. Вводим где-нибудь в любом месте иглу, выводим здесь вот сверху, сбоку от глазика, в верхнем углу. Затем вот так вот чуть-чуть в бок на одну петлю и на один ряд вверх. А выводим опять в этой же петле. В этом же отверстии. И вторую ресничку рядышком следующую петлю выводим с этой стороны сбоку глазика. И точно так же здесь на один ряд в бок и на один, на одну петлю в бок и на один ряд вверх. Так. И следующую петельку вводим, а выводим в этом же самом отверстии, в которое вводили иголочку. Вот так вот. Здесь ниточки связываем, выводим и обрезаем. Теперь вышьем ноздри. Я беру ниточку ирис. Где-нибудь в любом месте, вот так сбоку вводим иголочку, отсчитываем на мордочке 1, 2, 3, 4 ряда. Здесь где-нибудь сбоку выводим. Пропускаем одну дырочку, следующую вводим. Затем пропускаем две дырочки, в третью выводим. Вот так вот. И здесь точно так же. В одну пропускаем, в следующую вводим иголочку, а выводим в том же отверстие, куда вводили иглу в начале. Вот так вот. Теперь здесь точно так же, как и все остальные мы делали, связываем. Продеваем в иголочку, ниточку выводим где-нибудь и обрезаем. Вяжем ножки. Берем пряжу цвета копыт, делаем кольцо амигуруми. В него провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. В следующем, втором ряду провязываем 6 прибавок. В первую петлю 2 столбика. Во вторую петлю 2 столбика, третью 2 столбика, четвертую, пятую 2 столбика и в шестую петлю 2 столбика. У нас получилось 12 петель. Ставим маркер для обозначения начала ряда. Вяжем третий ряд. Провязываем один столбик, следующую петлю прибавка. И затем повторяем один столбик, следующую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 петель. Четвертый ряд провязываем 18 столбиков по кругу. Пятый ряд провязываем 6 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем подряд 3 убавки за передние стеночки петли. Берем первую стенку переднюю
петли вторую стеночку и провязываем столбик без накида. Затем еще одну убавку. Первую петлю за переднюю стенку, вторую петлю за переднюю стенку. Провязываем столбик без накида. И третий раз. Далее до конца ряда довязываем еще оставшиеся 6 столбиков без накида. 5, 6. Шестой ряд провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Затем делаем убавку за передние стенки. Опять 1, 2, 3 столбика ровно и убавка. Это мы 2 раза провязали. И еще нужно провязать так 3-й раз. 1, 2, 3 и убавка. У нас получилось 12 петель. Седьмой ряд провязываем 12 столбиков по кругу. Провязали 12 столбиков. Теперь нам нужно сменить цвет на основной цвет. Для этого провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Одну воздушную петлю закрепляем. Ниточку обрезаем. Берем молочный цвет, делаем одну закрепительную петельку, так поворачиваем ниточку и продеваем в нее петлю. Вот такая петелька получилась. Берем ножку. Вот здесь мы делали соединительную петлю, не в нее, а справа от нее петельку. Провязываем столбик без накида. 1, 2. И так далее. И вяжем также 12 столбиков. 3, 4. Теперь провязываем 12 столбиков. Теперь нам так нужно провязать 6 рядов этим цветом по 12 столбиков по кругу. Вяжем с 8 по 13 ряд по 12 петель. Провязали 6 рядов по 12 петель. Теперь нужно нам наполнить ножку. Придаем форму там, где у нас были убавочки. У нас вот так вот образовывается ботиночек такой. Вяжем 14-й ряд. Провязываем 2 столбика ровно, 1, 2, в следующую петлю провязываем прибавку, затем опять 2 столбика, в следующую петлю прибавка, 2 раза, затем опять 2 столбика в третью прибавка и еще один раз 2 столбика. Третью петлю прибавка. У нас получилось 16 петель по кругу. Теперь 15 ряд провязываем 16 столбиков без накида, без изменений. Провязали 16 петель. Провязываем еще 4 столбика без накида. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Ниточку закрепляем. И на первой ножке мы обрезаем. Затем вяжем точно такую же ножку, только на второй ножке ниточку мы не обрезаем. Будем соединять ножки вместе. Вот я провязала вторую ножку. И после того, как я провязала 15 ряд, 16 столбиков без накида по кругу, на первой ножке я провязывала 4 столбика и соединительный столбик. А здесь я провязала 6 столбиков
потому что мне нужно было дойти вот здесь вот до серединки. Вот смотрите, у всех может по-разному быть, потому что плотность вязания разная. Что нужно сделать? Берем ножку вот так вот передом к себе, смотрим, где у нас вот так вот загиб, где были вот эти убавочки. И вот так вот сгибаем и смотрим, где у вас середина. И довязываем после 15 ряда еще петли, сколько у кого там получится, довязываем до вот этой серединки, справа, чтобы было. Провязываем столько петель, сколько нужно, и в следующую петлю провязываем соединительный столбик. Так вот, соединительный столбик провязываем, затем 2 воздушные петли, берем вторую ножку, теперь нам нужно их соединить, и здесь тоже нам нужно найти серединку. Вот так вот сгибаем, тоже вот здесь, где у нас были убавки, смотрим теперь с этой стороны. Здесь, то мы доходили до вот этой стороны, теперь нужно с этой стороны серединку найти. И к этой серединке мы прикрепляемся соединительной петлей. Вот так вот, соединительная петля. И смотрим вот так, чтобы ножки у нас были одинаковые спереди. Все, теперь здесь мы начнем вязать. Первый ряд у нас будет считаться. После вот этой соединительной петли ставим маркер. И начинаем вязать первый ряд тела. Провязываем 16 петель по вот этой ножке. Провязали 16 петель, теперь смотрим вот здесь вот цепочка у нас, которая, чтобы была она не перекручена. По ней провязываем 2 столбика. 1, 2. И далее, начиная со следующей петли, теперь провязываем 16 столбиков уже по второй ножке. Провязали 16 столбиков и теперь по второй стороне цепочки из воздушных петель провязываем также 2 столбика без накида. 1 и 2. У нас получилось 36 петель. Второй ряд провязываем 5 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4. 5, затем выполняем прибавку. И так вяжем до конца ряда. 5 столбиков прибавка. 2, 3, 4, 5 прибавка. И в конце ряда у нас получится 42 петли. Теперь третий и четвертый ряд провязываем без изменений по 42 столбика по кругу. Провязали 2 ряда по 42 столбика. Теперь будем менять цвет. Провязываем в следующую петлю соединительный столбик. Ниточку закрепляем и обрезаем. Берем цвет платья. Делаем первую петельку закрепительную. И присоединяем столбиком без накида к нашему телу. 1, 2 и так далее. И провязываем по кругу точно так же 42 столбика без изменений. Шестой ряд провязываем тоже 42 столбика, но за задние стенки. За передние мы потом будем вязать платьишко. Берем дальнюю стеночку заднюю и провязываем столбики без накида в каждую петлю по одному столбику за задние стенки. Вот так вот. Вяжем до конца ряда. Провязали ряд за задние стенки петли. Далее 7 и 8 ряд, 2 ряда, провязываем тоже по 42 столбика, но уже за обе стеночки петли. Вяжем 7 и 8 ряд по 42 петли за обе стенки.
Девятый ряд провязываем 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, и затем делаем убавку за передние стеночки петли. Так вяжем до конца ряда 5 столбиков, убавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. Теперь 10 и 11 ряд провязываем по 36 столбиков по кругу, 2 ряда. Также не забываем наполнять игрушку в ходе вязания. 12 ряд провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку. Так вяжем до конца ряда 4 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. Далее 13 и 14 ряд провязываем без изменения по 30 столбиков по кругу, 2 ряда. 15 ряд провязываем 3 столбика, 1, 2, 3 и провязываем убавку. Так вяжем до конца ряда 3 столбика, убавка, в конце ряда у нас получится 24 петли. Теперь 3 ряда, 16, 17 и 18 ряд, нужно провязать по 24 столбика по кругу. Вяжем 3 ряда. 19 ряд провязываем 2 столбика. Затем делаем убавку. Итак, вяжем до конца ряда 2 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 18 петель. 20 ряд провязываем без изменений 18 столбиков по кругу. Провязали 20 ряд 18 столбиков. Теперь делаем следующую петлю, соединительный столбик. Ниточку закрепляем и обрезаем. И теперь нам еще один ряд 18 столбиков нужно будет провязать молочным цветом. Берем ниточку молочного цвета, делаем, как мы делали ранее, петельку. Берем сзади, можно в любом месте посерединке. Прикрепляем. И провязываем также по кругу 18 петель. В конце ряда делаем соединительную петлю в первый столбик и ниточку оставляю для пришивания длинный кончик. Обрезаем и вытягиваем. Вот так вот. Теперь свяжем юбочку. Так, берем ниточку цвета платья. Теперь берем наше тело сзади, вот так вот к себе верхом, и ниточку прикрепляем. Теперь провязываем 3 воздушные петли подъема. В эту же петлю провязываем еще один столбик с одним накидом. Также в следующую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом в каждую петлю. И так далее. Вяжем за вот эти вот оставшиеся передние стеночки петли, которые мы провязывали, за задние до этого. И в каждую петлю, вот в эту вот оставшуюся, провязываем по 2 столбика с одним накидом. Там у нас было 42 петли, поэтому у нас должно получиться 84 столбика с одним накидом. В конце ряда
провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Вяжем второй ряд юбочки. Провязываем 3 воздушные петли, которые заменяют нам первый столбик без накида. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда провязываем также по одному столбику с одним накидом. В каждую петлю по одному столбику с накидом. И у нас также в этом ряду получится 84 столбика с одним накидом. Все, вяжем до конца ряда. В конце ряда также делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, ниточку закрепляем, обрезаем и прячем с обратной стороны. Вот так вот. Вяжем ручки, берем молочный цвет пряжи, делаем кольцо амигуруми и в него провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Колечко затягиваем. Далее в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика, третью, четвертую и пятую петлю 2 столбика. У нас получилось 10 петель. Теперь третий и четвертый ряд провязываем без изменения по 10 столбиков без накида по кругу, 2 ряда. Теперь будем менять цвет на цвет платья. Провязываем 1 столбик без накида в следующую петлю соединительный столбик. Петлю закрепляем и обрезаем. Берем ниточку цвета платья, делаем петельку закрепительную. И справа от соединительной петли начинаем вязать столбики без накида. 1, 2 и так далее. Так вот по кругу также провязываем 10 столбиков. И так вяжем 8 рядов. С 5 по 12 ряд. Вяжем по 10 столбиков по кругу. 13 ряд провязываем убавку в начале ряда, 2 петли вместе, и 8 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас получилось 9 столбиков в ряду. Следующий ряд, 14 ряд, провязываем 9 столбиков без изменений. 15 ряд. Провязываем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. Далее делаем убавку. Затем провязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3. Далее 16 ряд. Провязываем 8 столбиков без изменений. Теперь провязываем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Складываем пополам ручку. Еще вот я что хочу сказать насчет наполнения ручки. Я где-то до середины наполняю плотненько ручку, потом совсем чуть-чуть и в конце вообще не наполняю, чтобы потом, когда пришить, чтобы они у нас вот так не торчали, а лежали ровненько. Вот видно, да, что я вот вначале плотно, потом чуть-чуть поменьше, и здесь вот в конце я не набиваю. Провязали 4 столбика еще, и складываем пополам, и провязываем, соединяем обе стенки, вот так вот за
там за две стеночки петли, эту петлю полностью захватываем и провязываем по верху, соединяем два края, три столбика без накида. Вот, получилось у нас три столбика. Теперь ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания, стягиваем, все. Теперь нужно связать еще одну точно такую же ручку. Вяжем хвостик. Вначале оставляем ниточку для пришивания хвостика, затем делаем первую петлю закрепительную и провязываем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Еще одну петельку вяжем, вытягиваем ее. Затем отрезаем три ниточки, такие длинненькие, чтобы удобно было заправить. Складываем вот так пополам. Теперь берем вот это колечко, продеваем в него и протаскиваем все ниточки вот сюда. Вот. Подтягиваем сильно, пока не затягиваем. Теперь берем вот эту петлю, сначала затянем, которую вязали. Вот так подтянули. Теперь эти подтягиваем. Эту ниточку я обрезаю. Вставляю так в иголочку. И тоже туда продеваю. Так вот подтягиваем и хвостики отрезаем. Вот такой хвостик получился. Вот я уже пришила коровке голову. Я в этом видео не стала повторяться, как я пришиваю такую голову, где не по петлям пришивается, а вот так вот нужно пришивать. Я это рассказала в видео о по вязанию бычка Гаврюши. Я оставлю обязательно ссылочку. Там можно посмотреть. Я полностью показала, рассказала свой личный метод, как я пришиваю такие головы. И там можно это будет посмотреть все. Ссылочка будет под видео. Теперь пришьем ручки. Отсчитываем 3 ряда от шеи. Первый, вот этот молочный, второй и третий ряд. И в этом ряду между третьим и четвертым рядами от шеи будем пришивать ручки. Я вот уже наметила, где я буду пришивать. У меня между ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков между ручками. Беру ручку. Зацепляю, захватываю одну петельку на туловище. И одну петельку на ручке. Вот так вот снизу захватываю. Подтягиваем. Затем опять следующую петельку на туловище захватываем. И одну петельку на ручке. Вторую. Всего у нас здесь было 3 петли на ручке. И также следующую. Одну петлю на туловище. И третью петлю на ручке. Все. Вот здесь можно зацепить крайнюю петельку. Теперь продеваем под ручку иголку. И здесь закрепляем.
делаю узелок, затягиваем, продеваем куда-нибудь в любое место. Так вот. И ниточку обрезаем. Вот так вот. И вторую ручку пришиваем аналогично. Нам остается пришить хвостик. Берем хвостик, где-нибудь посерединке захватываем петельку. Затем закрепляем на хвостике петлю. И еще раз можно также сделать. Закрепляем. Делаем узелок. Ниточку выводим куда-нибудь в бок. И обрезаем. Так вот хвостик пришили. Все, на этом вязание нашей коровки закончено. Я вот привязала ленточку, приклеила 3 розочки горячим клеем. Теперь у нашего Гаврюши есть подружка. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Всем ровных петелек. Жду, как всегда, фото ваших игрушечек. Всем пока!